Город Мурманск, улица Ленина, 79. Здесь, когда раньше находилась Дикси, был оштрафован магазин за реализацию детского питания на 300 тысяч. Гипермагнит. Я не думаю, что-то изменилось в лучшую сторону. Ну, посмотрим. Может, я ошибаюсь. Сегодня до 20.09. Приготовлено 23.05. Ну и все, пойдем. 2.08. Магазина будет у вас? Все. Все. Даже не нужно. Проверь сверху и через дело. Нога лежит, да. Вот тебе завтра. Вы можете взять такой же, только другой сет? А мне тут одного достаточно. Можно еще раз как-то такое взять? Просто 21 рубль. Угу. Такой проверок кто-нибудь? Да. Его на это обязательно ставить. А что вы сразу-то не снимаете? Ну, снимаем. Двое суток просрочено. А? На двое суток просрок. Мне очень девушка бегала, заметила. Это 3 года мне говорят, что персонала не хватает. Почему-то я зашел и нашел. Причем я 2 нашел, один у вас прошел. Он до 20.09. Показывай чек. Угу. Все видно. Давай, чек оставляй, ты пока иди, бери план, то заявление, я сейчас все оставляю. Не знаю, что такое. Вы сейчас старший магазин? Единственный, кто остался. Ну тогда сейчас мы вам вручим исковое заявление. А как вас зовут? Кирилл. Кирилл. Ну тогда сейчас мы заполним, вам вручим исковое заявление под видеозапись. Ну подписывать все равно не имеет права. Не, подписывать не надо, мы вам просто отдаем под видеозапись. Все. Вот, видите? Не, ну мы видели в каких-то магазинах такую штуку выскакивает, мы видели не на весь товар. У нас на весь идет всегда, почему? Я не знаю, как он его продался. Факт есть факт. Сейчас я сыр проверю. Сейчас мы вам возврат сделаем, в любом случае, проверить еще раз. Это зовут вас? Кирилл Николаевич. Шарипов. Шарипов. Ага. Нам будет сделать возврат, да, просроченный. Срочный. Можно? Да. Утилизировали? Так мне QR-код нужен. Ну, выкинули, по-моему. Акцизная, но мне акцизная марка нужна. Сделайте без акцизной. Какой, по-моему, акцизная? На улице. Можете? Нет, не можно. Да. 503-я статья Гражданского кодекса. Я тебе дарю сыр. Все, это все. Товар теперь мой, это товар ему не принадлежит. Угу. Это исковое заявление, оригинал. Так, это оригинал доверенности. Можете сличить с копией, как бы мы ее с собой заберем, а копию мы вам отдаем. Я Мамаев Владимир Владимирович. Я представляю интересы покупателя масла Дениса Анатольевича. В связи с тем, что были нарушены права потребителя, мы подаем исковое заявление в суд. Я как представитель, да, выступаю. Хорошо. Все, всего хорошего. Спасибо, до свидания. Всего доброго. До свидания. Просрочка есть?
причем, как они говорят, QR-код блокирует программа, чтобы невозможно было купить просрочку. Но мы выяснили, что это не так. То есть один срок не прошел, а один просроченный мы спокойно приобрели. Ну, очень странно. Очень странно, что они химичат. Говорят, исправятся, но мы зайдем через пару дней, посмотрим. Что, Денис, ты делаешь? Нет. Пытаюсь взыскать с ответчиков денежные средства по исполнительным местам. Мы выиграли дело, на меня подавала как векторское агентство Пабло, что якобы я в интернете взял онлайн-займ в веб-банкире, какая-то там компания веб-банкир. В итоге мы доказали, что я ничего не брал. Владимир Владимирович молодец. Это, по-моему, первое дело, выигранное в Мурманской области. Я думаю, по всем регионам не так и много таких дел, если они вообще есть выигрышные. Вот. И нам присудили, чтобы ответчик выплатил расходы, судебные расходы. Сейчас мы через банк получаем те деньги, которые нам суд присудил напрямую, без судебных приставов, правильно? Да, без судебных приставов, потому что судебные приставы все очень долго. И не знаю, насколько это вообще возможно. Будут тянуть месяцами. То есть, если у ответчика, ну в данном случае уже должника, в данном банке есть расчетный счет, то с этого счета просто снимут эту сумму и нам переведут на те реквизиты, которые мы указали. Да, банк проверяет максимум 7 дней. Если проверит раньше, то раньше перечислит. Но если нет счетов, соответственно, нам вернут, мне вернут по месту жительства. Да, ну поскольку это Сбербанк, я думаю, то счета у них точно там есть. Ну, вероятнее всего, что да, все пользуются Сбербанком. Если деньги не найдем, то передадим исполнительный лист в службу судебных приставов. И они уже самостоятельно найдут счета и взыщут деньги. Да, ну это как крайний вариант. Да, ну, мы за них сделаем эту работу. Да. Вот там делают отметку, что мы отдали. Позвольте, пожалуйста. Спасибо.